Антон загадывал мне, да, соответственно? Не подсматриваю. Не подсматриваю. Я решил загадать Семену Зигаеву Тину Канделаки, чтобы поставить его неловкое положение. Почему? Потому что она его работодатель. Класс. Всегда мечтал. Теперь я, да, пишу? Я решил загадать Косте Ставру Скарлетт Йоханссон, потому что частенько сами фиферы шутят о том, что у них не совсем традиционная ориентация. Она, Скарлетт Йоханссон, прекрасная актриса и очень симпатичная девушка. Я что себе хочу, то и написал. В жизни вообще в целом. Я, конечно, женат, но это разве Кость, поворачивайся. Ну, чтоб ты не видел ничего. Я решил загадать Алене Викторию Лупереву, потому что в этой комнате никто не знает Дрейка. Что, да? Хочу загадать Антону Кочинкову, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Да бей сильнее. Да. Опа. Серьезный вопрос. Ответ на вопрос только да или нет. Я человек? Да. Я мужчина? Нет. Аккуратно. Я женщина? Нет. Ты сразу провалил задание. Я человек? Да. Я мужчина? Нет. Я девушка? Да. Я реальная девушка, ну типа существующая или персонаж? Реальная девушка? Да. Хорошо, я реальная девушка. Я актриса? Да. Я Саша Грей? Ну ладно. Саша Грей, по-твоему, актриса? Нет, но она актриса в определенном жанре. А, просто ты так не так четко ответил, что я подумал, типа одна актриса, но немножко не стандартный. Да, я понял, Алёна. Я в сфере... Ну, актриса? А, я, кстати, я думаю, нет. Я думаю, что нет. Ну, в теории может быть, но мы не знаем. Слушайте, мне кажется, что вы так засмеялись, подумали или не подумали, мне что-то показалось, что я, значит, какой-то странной ориентации, возможно, такой или не такой. Да? Нет? Я могу же это предположить? Да, ну, ты можешь спросить, ты можешь спросить. Какой, может быть, это вот этот, который... Бородатая баба-мужик, как... Кончита Вюрст. Кончита Вюрст? Нет, это не ты. Я певица? Нет, насколько я знаю. Нет. Нет. То есть я не Бузова, да? Нет. Так, я актриса. Я зарубежная актриса? Да. Окей, я блондинка? Да. Ну, и да, и нет. Я Скарлетт Йоханссон? Я еще увидимся. Да. Да. Точно Лица? Подходит, Лица? Я бы сказал, что шоу бизнеса. По-моему, она не поет. Она не поет. Давай так тогда. Я из сферы политики? Да. Ура. То есть я какой-то политический деятель, да? Возможно, я Навальный? Алексей? Нет? Это совсем все плохо, да? Нет. Ну, это мимо. Да, это мимо. Это мимо. Так. Я реальная девушка, не актриса, да? Ага. Мы выяснили. Нет, я не певица. Я не певица. Я не Оля Бузова уже, точно. Я спортсменка? Тут нельзя однозначно сказать, но спортом она занимается, естественно, но она но не профессиональна. Не профессиональна. Я русская? Да. Насколько мы могли быть в этом? Да. Общая информация. Я из политики. Нет. Ну. Так, значит, я человек, мужчина из политики. Хорошо, то есть, ну тогда так скажем, я в Госдуме, да, нахожусь? В Госдуме сижу. Да? Да. Да, по-моему, нет. Нет. Тогда или нет? Да нет. Да нет, ты не сидишь в Госдуме. А у меня есть грузинские корни? Ну, возможно. Да. А у меня имя из четырех букв? Да. Я Тина Канделаки? Да. Добро пожаловать в клуб победителей. Я работаю на телевидении? Да. Да. Ведущая? Да. Я с ТНТ? Да, наверное, нет. Я мужчина, политик, не сижу в Госдуме, и не Навальный. Мать его, я кто? И не Навальный, но ну, я живой. Живой политик. Да. Скажем так. А, ну то есть я Путин? Я живой. Аккуратно смотрели. Я, конечно, натыкалась на нее, но я не знаю серьезно. Давайте переигрывать. Ha, 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 ha.